На сайте Министерства иностранных дел Армении был опубликован обновленный список стран, граждане которых при наличии действительных паспортов при условии взаимности освобождаются от получения виз. Данный список, в который включены 63 государства, был обновлен 17 декабря. Любопытно, что в этот список включен и Азербайджан. МИД Армении сообщает, что граждане Азербайджана, обладающие всеми категориями паспортов, могут посещать эту страну без получения визы. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в беседе с Факт.Инфо отметила, что информация не нова, однако позже представит, по какому принципу граждане будут въезжать в страну, с которой у нас нет дипломатических отношений. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.